3 минуты полезной информации для того, чтобы оставаться в теме. Здравствуйте. Медиация. Насколько такой вариант решения споров востребован в Гомельской области и в каких случаях показан? На эти и другие вопросы даст ответ эксперт программы, адвокат юридической консультации Советского района Гомеля, действующий медиатор Виктор Лагун. Виктор Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Вам слово. Ну, хочется остановиться на определении, что такое медиация. Это переговоры сторон в целях урегулирования между ними спора для выработки взаимоприемлемого решения. Из этого определение, оно и вытекает, что спорят две стороны, а медиатор – это нейтральная сторона, которая помогает им принять какое-либо решение. В последнее время в Гомельской области это актуально стало. Число медиаторов увеличилось за счет адвокатов Гомельской областной коллегии адвокатов, которые прошли обучение и получили свидетельство медиаторов. И, как я знаю, адвокаты уже участвуют, то есть как медиаторы, то есть в спорах, которые возникают из гражданско-правовых отношений, также в спорах, возникающих из осуществления предпринимательской или иной хозяйственной деятельности, и также споры, возникающие из трудовых и семейных отношений. Если сказать, сколько дел ими проведено, но, скажем так, это последние два месяца, где-то 6 медиативных дел, из них по 5 принято медиативное соглашение. Оно актуально, и, с другой стороны, это затрачивает меньше времени для граждан, и потом и это затрачивает меньше и денежных средств их, и в-третьих, это эмоциональные те издержки, которые в суде вытекают, они здесь более общаются между собой. Спасибо, Виктор Михайлович. Ждем ваших вопросов на электронный адрес проекта. Оставайтесь с нами и будьте в теме.